Всем привет! Сегодня с моей маленькой помощницей Ксюшей будем готовить так называемые осьминожки. Для этого нам потребуются сосиски и макароны. Поехали! Сначала нарезаем сосиски на 4 части. Аккуратно, Ксюша, это нож. Итак, сосиски поделили на 4 части. Теперь берем макароны и спагетти. Делим их пополам и вставляем в каждую сосиску. Вставляем столько спагетти, сколько влезет, чтобы получился так называемый осьминожка. Итак, продолжаем. Итак, наши осьминожки сделаны. Сейчас будем варить. Пока мы делали, поставили воду кипятить. Закипает вода, приступаем к варке и будем варить 10 минут. Опускаем кипящую воду, подсоленную. Вся порция может не влезть, поэтому придется варить несколько раз. За два раза сварим. Итак, вот такие получились осьминожки. Кому было полезно видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита!